Восток. Самодовольный кровососы, я пейте мою кровь, и забытие не будет моею. Самодовольный жалкая магия будет удерживать меня вечно. Забытие будет моим. Ситы, кровосоя, кровь принадлежит мне. Мою кровь. И захлебнитесь ею.
Отлично! Thank you.
нас слабее. Я вроде поменял регион. Что у тебя там, Славик, нормально сейчас все? Кто готов заходить сюда? Успех, ухните. Да я его. Дайте каску под эколап. Лок, повесь СС на друида. Где он у нас один? Окей. О, дис работает. Можно спросить? ДК на боссе, который так. ДК танк 78 тысяч хп. Он один танчит, мне не забирать у него, потому что когда он отлетает, он приходит, у него дебаф спадает, он обратно. Вы вдвоем танчите босса. Змей. Змей, прием. Блять. Все, все готовы, блять. Кикайте косты, главное, могу. Давайте, бомжи.
Так, я что-то подлагивать начал, если что, ребят, печеньку страхуйте. ДК также первым начнешь. Не-не-не, протопал, смотри, ты не прямо у этого портала, а где-то посередине между вот этими тусуешься. Чтоб ты мог одно успеть добежать и туда. Гер. Шаманы Геру. Если что, печеньку прохиливайте, когда куб будет активен, потому что там лужа. Кубы должны быть. По идее. Да. Жаль кубы. Гитаристы что ли опять вышли? Собирайте танки. Только не сводите их вместе, там по два, по три моба вы соберите и разведите их в разные стороны. Босс отведите подальше от... Ближе к воротам отведите. РДД играет по трэшу. И уворачивайтесь от этой хуйни. А типа смотри, они вообще ж не долетают, да? Ну, на всякий случай. Вон они исчезают, типа. Я вижу, как они не долетают. Чё там по кубам? Сколько еще осталось? Будет через 10 секунд. Милики, стопните побо. А не, не стопайте равно еще. На 55 все стопните, милики, и перестаньте вообще бить. Лучше с трэшем с тремя паком мобом переведем, но лучше переведем живыми. Рот его ебал. Там еще много гитаристов осталось. Они опять выходят. Два еще вышли. Ну хули, ну их сливать надо нахуй. Или что вы решили их не бить? Да. Ну сливаем, конечно. Отойдите от этого моба. Рядом не стойте. РДД. Пиздец, в канале. А кто их бить-то будет, алло? РДДшник. А чё они не бьют? Пусть забью. Эхо, босс, в ролик. Ну так если не бить, вайп же будет. Она, кстати, отходи к воротам, потому что боссы... Ну, блять, это габелла. Переводить, быстрее все к кубам, ДК дай прожим. Ой, блять, кубам к воротам, ДК дай. Юля Гимнака прочитай. Крис второй, давай тоже гейм. Хо, есть бы? Дай по локу. Да. Ник. Он один лок. Лейтенант. Ник.
лейтенант. Блять, это уже габ было. Так а залупа, а чё? Ну я хуй знает, а как вы так, ну, придумали? Вот мне объясните тактику просто. Выходят эти пидоры, сколько их там, 5 штук или сколько? Так. А нахуя они у вас копятся, ёбаный в рот? Они же сейчас вайпер. Мы их сливать сразу начинаем, это знаешь. Кто я пока не вижу. Обратите внимание, пожалуйста. Обрати внимание, сколько РДДшников у тебя в рейде, чувак. Нас ну, тут я заметил. Ну так это пиздец. Ну, а что, не заметил, да, а тот орёт, заебал. Ты обрати на рейд вначале, потом ори. Ну давай посмотрим, сколько там кошка, размах, маги. Так, дипфриз, лок, лиморти, 4 насчитал. Так, кто еще? Все, 4 ебаных РДДшника, блядь. Ну я вот хуй именно. Знаю, да. И что ты хотел, чтобы мы их за пару секунд сливали? Ну, ну и кот, блин. Кот, мне кажется, нихуя не бил трэш, он бил босс. А до этого выходили. Так что нас мало. Пачка все, скелетов. Вот пачка проблема. Скелетов выходила, и они, получается, все до следующей пачки стояли. Или сколько вы слили? Одного слили, или сколько нихуя не слили. Ну я бил, как бы, но ты сам понимаешь, что если один хант бить будет суров, тем более такой. Ну хули, ну тогда на удачу надеяться, что просто не выйдут эти пидоры. Все прибегайте, сразу шкаф ставь, рыбу ешь. Ну, есть еще вариант. Подвести босса к этой хуйне, блять, и просто зергать скелеты через станы, блять, миликами, нахуй. Рейд вон, блять, убы, нахуй, по 280 этом левел. Они эти скелеты, сколько у них хп там? 2 ляма, нахуй. Они сливаются за 5 секунд стана, нахуй. Весь рейд сливается с них сразу. Да хули ваншотит, блять. Пацаны, там миликов шотнет, если мы быстро их мгновенно не сольем, то, блять, это ГБ. Так и надо, блять, оттянул одного в сторону, блять, другого в сторону, нахуй. Милики одного убили, подбежали второго, убили третьего, нахуй. Или так вы будете просто вайпаться на скелетах, нахуй. Хули, милики на боссе стоят, дрочат, нахуй. 4 РДД нихуя не бьют, блять. Тут либо... Давайте, короче, так, если будут выходить гитаристы, паладин, забирай на себя всех, по одному в сторону выводить, чтобы все могли бить. Так лучше будет. Тут просто, блядь, я не думал, что вы всегда, когда, блядь, водил грул маги гер, выходили либо бес, либо... Ну не повезло. Не фартанул. Дайте баф, пахан. Ну тут прям без вариантов, тут как бы сливать надо, потому что это хуйня, блядь, летающая, блядь. Любой трэш, он придуман для того, чтобы его слить. Если вот так его игнорить, это вайп. Каску плохо. Дайте каску плохо. Крикс, ты на том же кубе, если что, на звезде. Ну, блядь. Не факт, чтобы мы успели перевести. За одну эту. За один портал. Дайте каску по ханту, по печеньке. Ты там заходишь? Лучше с пула дать геру, чтобы перевести быстрее. Гулять. Я знаю, пан, про что он говорит. Но там в этот момент так-то трэш выходит, в который мы свечим.
Блять, я 1500 кунг это запомнил. Трансмут, конечно, он ДК пиздец. Посох какой-то вместо нормального молота. Выйдите служить. Ну что? Бай, красиво я вылет. Ты говоришь, что ты за инстом? Да, я за инстом. Да. Кружок, переставь. Один быстренько, кто сможет прожать печеньку? Вон там пан. Ставь плюсы, ты слышишь. Реагирует, короче. Пан там стоит на печеньке, сейчас он прожмет. И отдай на всякий случай лодь на Криксуса. Давай Геру. Геру покажи. После трэша лучше. Ёбаные гитаристы. Плати всех гитаристов на себя, собирай, пан по одному в сторону вытягивай. А. Кто-то не прожал, да. Кто из нас слабее? Тыдыщ. Тыдыщ. А кто Луна? Кто у нас был? Луна. Бля, ну проебался свой, ребят. Вообще проебался конкретно, пацан, блядь. 5 косарей. Что пиздец проебался. Тупо 5 косарей голды каждому. Хорошо, брат, хорошо. Сейчас я телефон интернет раздам, чтобы блять не улетал. Крикс, забери пока одну. Милли рейд это вай. Да, это нужно. Ну, красиво. О, минус милик. Правильно, нахуй, сейчас обиды наберем. Ребят, кто еще сваливает? И нахуй. Не надо потом перед траем ливать. Пиздуйте сейчас лучше. Мы лучше сейчас доберем. Кто пидор, ливайте нахуй. Ёбаные уёбки. Сука. Да хули, я говорю, ну. Трэш придуман для того, чтобы его слить. Сука, если у вас милики, то, блядь, милики должны ебашить. Вышел моб нахуй. До того, как второй вышел, вы уже должны треть хп ему снести нахуй. Весь ебаный рейд, все 20, сколько там, блядь, 18 дд нахуй, должны просто ему дать пизды такой, чтобы он просто рассыпался, если этот моб ебан. Он же там слабенький, этот моб. 700 тонн. Сколько тонн? Ебать, так он за 3 секунды разносится. Пиздец. И вот из-за такой хуйни вайпаться, это же просто командная игра, блядь. Если, конечно, босса бить, нахуй, хуй забить, то... Ну просто засмотри, как бы... Сейчас, секунду. Я знаю, если... что он эту хуйню дает свою в 4 стороны, нахуй. Но если издать ему стан первому мобу, он сольется просто на ура, бля. От остальных мобов просто... Ну, выходит следующий, его танк забирает немножко поодаль от портала, нахуй. Милики отбегают, видят эту хуету издалека, они успеют уклониться, нахуй. Потом, сколько там мобов выйдет, вот ты правильно говоришь. Один танк вытягивает одного нахуй, ему просто пизды дают в толпу нахуй, и все.
Ну, блять, ну если бы все 25 людей были не нубами, ебать, просто бы эти мобы рассыпались, нахуй, и все. Мы же видим, что у нас 4 РДД. Твой РДД, конечно, ничего этим вам не сделает, блять, 800 тонн, ни сколько там. Ну, набираю в любом случае сейчас всех РДД, потому что если мы потом пойдем на груля, там, блять, милики тоже... Мы на груля в любом случае пойдем. Ну вот, на груля пойдем, да, так что милики там 6. Тоже не в тему. Вадик. Я дал. Вот этот дал. Лев, он с гильдии ливнул у нас, нахуй, что ли, да? Угу. Ебать. Тоже, блядь, что-то там он где-то когда-то играл, но тоже тупил. Он, блядь, вроде соображать начинал, нахуй. Нахуй, блин, блядь. Ну да, мы сейчас соберем РДД и гитаристы хуй. У нас не так много свободных слотов, ребят. Крикс, у тебя квест на погибель есть? Ты же убивал, да, всех остальных? Тут есть варик погибель убить после этого. Окей. У меня тоже есть вари на погибель квест. Фурик, у меня. Паладине. Юля, я знаю, там холипал нужен, лок и вар. По крайней мере, мне так написали. Ага. Не надо квесты. Если будет слот, я пойду. Если ремонт жилка 10 тёплей начнут собирать, блядь. Ремонт уже собирал и, видимо, отступился. Сейчас маг один зайдёт. Дойду пару минут. Нужен один хил и один ДДР, ДД. Ну, желательно. Нет, сейчас один РДД зайдёт, и нужен ещё один. Рэл, подыщи, пожалуйста, блин, баллона или Лема, реально. Для... Понимаешь, времени уже не так много остается. Как бы сейчас, если я буду одну сову искать или там часа 2-3 пройдет. Да их пруди. Ладно, смотри на свое усмотрение. Ох. Если бы их было действительно... Столько много? Блять, ну 2 хапала. Если бы их реально много было, они бы писали, понимаешь? Да, сова. Юля, дай ему пойти. Ну дать. Дать. Какой это? Быру какой-то. Сейчас я с Хилона напишу. Все, моните пока. Константин Геннадьевич, ебаните шкаф. Держите пока рыбу, сейчас поставлю. А скилла он с мага плюсует брать? Да, он писал. По-моему, это не его маг, нихуя, но ладно. Написала скиллон плюс. Ну, я просто знаю, чей это маг. Плевать, мне еще так-то Элем написал 261. Если кто-то АФК, я бы, конечно, Элема для крита взяла. 15 ну, потому что скиллона мы знаем, этого Элема нет. А Элем никакой? Он у нас змея ФК. Холливает. Чекни, пожалуйста, Владик на ФК. Может, от кого-то избавимся, возьмем Элема. Элем все-таки по приоритете. Да, один уже сидит он в ФК. Кто? Уже нет.
Дайте бафы по магу и вместо прота. Протопал бафни лучше, МП. Или холи пал бафни ты лучше. Прото все равно здесь нахуй нужен, потому что ТЦ есть. Савик, АФК, да, остальные все тут. Как надо, так никто не покажет. Вижу, Рамиль. Я не говорила про тебя ни слова. Приз. Ну, кубах поставить надо? Здорово, блядь. Здорово. Именно ту, эти, на, блядь, на Луну ж там не прожали, да, на Луну встали? Все остальные также. А, ну на Луне был этот, лок, этот, как его, господи, лейтенант какой-то. Ливнул в итоге. Младший лейтенант. Да, да, наверное. Хорус, если ты не бахаешь, бахни МП5 по ханту. Ну и надолго будет ушел. Маскелон. Наш скеры. Тебе на погибель нужны только, ну, определенные какие-то классы или полипал 260 с хуем пойдет тоже. Пойдет, блядь. Мир закрываем. Ну и надолго будет ушел. Там мне просто вазелин мозги ебёт. Музыка. На баф, на пул. Да, ты чё, он же вернулся. Живее всех живых. Змей. Быру. Нет, пан. Ну, блядь, быстрее, паладин, лок. Ретрик, прием, подай знак, ты тут, нет? Заебал. Юля, напиши тому Элиму, он еще может зайти? Кинула пати. Принял, кикай. Каф, дай, Костя, пожалуйста. До этого ходил Мишкой. Там РЛ такой, короче, инсоланс. Тебе плохо слышно. А, сорян, микрофон отодвинул. Ну там вар или ДК, кто инсоланс, у них, короче. Ебать, такой тип, короче, так, ебать, спокойно говорит, прям вообще ебать. Мы на короле вайпанули сразу. На груле, по-моему, на майбике. Рейд без робота там. Змей пати просит, который ретри, которого ты кикнул. Он покажет каждый трай. Уж лучше мы Элема возьмем. Заебанец. Кикнула его с инста, нет? Все. К
Крикса, ты мог сразу сказать, как бы, об этом. У тебя же там все по меткам стоят, конченый или нет. Пробафайся сразу шамана. К магу никак не привыкнул, как ухлепало мана. Бафните шамана. Шаман, ты зашел в Дискорд? Блин, как же долго. Сейчас он покушает. Да будете все равно, пока он кушает. Пуляйте, да, трэш все равно, пока он ест. Убер с бомжей. Тома, давай теперь ты тоже. Уберс, не забудь, ты также на квадратике стоишь. Ты свечку поставил, Томас, чтобы музыканты не вышли? Серьезно? Интересно, если когда будет? Сейчас. А? Интересно. Скилл притвориться мертвым слишком хорошо сработал. Дайте бафы Пашу Ханту. Лиху бафы есть. Прикол в том, что у нас теперь нету лапки. Бомжолапки. Бафните кто-нибудь еще раз бомжолапку. Спасибо. Пожалуйста. Пану, иди на место, куда я говорил, возле кубика, стой в том районе. Не лази под боссом, чтобы ты успел добежать до портала. Эвокин, не забывай это, скидывай. Анонси, точнее, кубы. Не-не-не, пан. Без. Пусть танки на позицию. Ну, пан, уйдите. Кубы прожали. Демоны слева выходят. Собирайте их всех под босса в еди. Вот, подождите, они возле портала их собирают. Не-не-не, собирайте всех и под босс. Там АУЕшку залью. Милики уже свечнулись, трэш. Свечнитесь все трэш, который под босса.
Чё там по кубам? 15 секунд. Подойдите к своим же этим порталам, кубам. Пейм залить. Кубы брожали. Быстрее. Да. Бес. Убирайте всех возле портала, никто не бьет пока бес. Все по боссу стопнули, все стопнули по боссу, стоим ждем. Аккуратно, кто может, там трэш сливаете. Все по трэшу аккуратнее. Если кто не может... Чего? 52%, блядь. Свичнули себя в трэш, дали ОЕшки. Паладины дайте туда стану ваш ОЕ. Вар тоже давай стан. Все, все в босса, переводим танки, отводите к воротам. Воротам отводите быстрее. Все тоже туда смещаемся. БДК, давай прожимку давай на рейд. Гимн на хпю. Как только начнем проседать. Сейчас. Не, в принципе, все нормально. Не надо. Тошка никогда. Просто добиваем босс. Не будет больше до кубов. Главное, танки не поворачивайте босса в сторону лужи, чтобы вас сюда не отпнуло. В лужах не горите. Вот прям маг, я вижу в четвертом патче, что ты стоишь в луже. Там три мага, блядь. Ну, блядь, он понял, про кого я. Выведите оттуда. Выведите оттуда. Угу, красиво. Скиллона тебе конкретно нужен какой-то персонаж, ну вар нужен, блять, ну, просто да, помощь, просто РДД пусть все равно же убьем. Ну бля, просто у меня на варе квест висит. Ну погнали на вас вара, херню закроем тебя. Там просто Гена долбоеб наобещал тому вазелина, он так обрадовался. Ой. Крикс, ты пойдешь? Ответ не услышал, не могу. Томас, ты же говорил, да, то, что типа соберем РДД и нихуя не выйдут гитаристы. Они меня испугались. Да. Я тоже так подумал. Ну нехуй АФКшить. То ли мы выгнали АФКшить, то ли взяли человека с первого места типа ДПС. Хотя это шаман. Напал бы на последнем месте по ДПС. Ну вот именно. Крикс, а ты в демоне или нет? Он молодец. Для 261-й демоновый щит. Вы мне скажите спасибо, не зря я иконы поставил, блядь.
Квартал сразу на груля летим. Сейчас я босса тресну хоть. А нахуй на груля портал? В шатра портал и летим на груля. Так как вы долететь отсюда быстрее, потому что шатра находится дальше, чем логово материнов. Ну, знаете, я тут лежу. Мы не ищем легких путей, блядь. Я ничего не знала, Шпан, что ты написал. Не, ну вы как хотите, но я лучше сам. Не понял. Эй, ты меня отдал, зачем ты кольчужный пояс? Извиняюсь. Верни обратно. Если можно. На груди отдам как раз. Да. Тут сумка, надеюсь, на 20 слотов никому же не нужна, правильно?